Я не могу вам рассказать о всех деталях того процесса, который идет сейчас, но мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло. Судебное заседание по другому иску, которое рассматривается в порядке гражданского судопроизводства, назначено на 13 февраля, и в рамках него мы совершим те действия, о которых нас попросит Светлана. Уголовное дело развивается параллельно. Вы знаете, что мы только вот узнали, официально узнали на прошлой неделе о том, что уголовное дело возбуждено, было предъявлено соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила по 116 статье Уголовного кодекса, которая на этой неделе была декриминализированная, то есть отменена, выведена из Уголовного кодекса Российской Федерации. По нашим данным, дети, 8 детей продолжают находиться в приюте в городе Зеленоград. Все мы понимаем, что зависит здесь не все, и далеко не все от воли родителей, поэтому призываю вас дождаться 13 числа, когда и будет соответствующим образом представлена позиция Светланы и Михаила здесь, в Зеленоградском районном суде.